Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек из магазина Галамарт. Это заказ в интернет-магазине, мне последнее время нравится так делать, потому что Галамарт, во-первых, далеко находится от нас в нашем городе, поэтому это удобно. Так, здесь много чего нужного, много чего интересного. Буду по порядку вам все доставать. Первое, что заказала, это вот такие губки для мытья посуды. Вета. Здесь две штуки. Приличного размера. Я такой не люблю. Не люблю сильно маленький. Хорошие губочки. И буду вам сейчас по чеку озвучивать цены. Чуть 10 рублей стоят две губки. Каждая 5. Это классная цена. Она не то, что классная, это потрясающая. Так, и вот такие еще взяла губочки, чтобы был запас. Они еще побольше, тоже с одной стороны жесткие. Что у нас за производитель? А тоже Ветта, девчонки, тоже Ветта, наверное, тоже бюджетные. Так, губочки. 59 рублей за 3 штуки. Так, поехали дальше. Взяла две меланиновые губки. Кто ими пользовался, тот знает, насколько они чудесны. Есть такие у нас, кстати, Faberlic. Я недавно брала, заказывала, но Faberlic дороже. Там одна губка выходит порядка 50 рублей. Здесь одна губка 9 рублей, девчонки. Они розового цвета. Они предназначены для удаления сильных загрязнений без применения чистящих средств. То есть, допустим, я ими чищу плитку возле плиты, когда пятна туда попадают, когда готовишь, да, от готовки, пятна жира или еще чего-то. Вот эта вот губка плитку без особого труда, без усилий абсолютно очищает моментально с первого раза. Когда мы ей пользуемся, она стирается. Поэтому это продукт такой, грубо говоря, одноразовый, но тем не менее для сильных загрязнений просто находка. Так, дальше, девчонки, взяла два спрея назальных, типа Аквамарис, да, вот в этом вот плане. Сейчас состав с вами посмотрим. Я беру такие первый раз. 59 рублей, насколько я помню, цена каждого. Копейки. В аптеках сейчас такие средства стоят просто бешеных денег, да, после того, особенно как началась пандемия, да и до пандемии, они очень небюджетные. Здесь 30 миллилитров. И сейчас сезон простуд, и носик промывать это очень актуально, да, пупсик? Мы как раз засопливились, вот все один к одному, все вовремя. Состав: морская соль, вспомогательные вещества, вода дистиллированная до 100 мл. Обычный классический состав, грубо говоря. Я в такие флакончики, кстати, он у нас открывается, это просто чудесно, я обожаю такие флаконы, переливаю физраствор. Переливаю туда физраствор, и мы прекрасно пользуемся этим средством дальше. Замечательный флакон. Здесь вот такой, опа, держатель, носик обычный такой круглый. Смотрите, как называется. Aqua Air More. Спрей назальный. Я не видела нигде таких, только в Галамарте увидела. Ну-ка. Струя не сильная. Для ребенка будет нормальным. Мелкодисперсное такое распыление. На, промывай носик, пожалуйста. Две штучки, держи. И очень здорово, потому что вот дорогие средства такие из аптеки, да, у них не открывается флакончик, не откручивается носик, туда нельзя перелить. А вот это очень удобно, поэтому эти флаконы нам пригодятся однозначно. Это просто вода. Это просто морская водичка, да, в носик пшикаешь, он промывается, работает как сосудосуживающая, да, соленая вода. Вообще соль, это у нас великая сила, особенно морская. Скраб для тела, марокканский апельсин. 45 рублей. Даже дешевле, чем Фикси, фитокосметик, да. Вот такой взяла на пробу. Попробовать, что это за марка у нас, девчонки. Натуралист Актив. Массажный. Вот так выглядит упаковка. Баночка такого же размера, как в Фикспрайсе фитокосметик. Мне кажется, ой, как здорово пахнет апельсинчиком. Вообще классно. И по консистенции он очень густой. Мне обычно такой банки хватает, ну, раза на 3 для тела, да. Это классно, за 45 рублей. Запах обалденный. Здесь много-много частичек. А частички, это у нас косточки абрикоса. Значит, скраб будет такой достаточно агрессивный, как я люблю. Дальше. Взяла вот такую вот баночку. Сейчас скажу, как называется. Бутылка косметическая с пульверизатором. 75 миллилитров. Взяла, чтобы переливать тоники, которые приходят духи без пульверизатора. Можно. Духи можно миксовать, кстати, да. Да все, что угодно. Вещь удобная и часто очень пригождается. Так. Бутылочка. 33 рубля, девчонки. Все счастье. Единственное, что когда заказываешь через интернет, не можешь выбирать цвета. Потому что бутылки эти, они были представлены в разных цветах, но мне не принципиально. Такие деньги. Весь заказ у меня вообще вышел на 200, на 1200, 12 рублей, что ли. Обычная пластиковая бутылочка, как бы, ну, все нормально. Пшик-пшик.
Держи, тебе надо. На 1200 с чем-то рублей. И опять в Галамарте была акция. Постоянно ведусь на это, что по промокоду от 1500, по-моему, 300 рублей скидка, а 1200 рублей. Как-то так было. В общем, я заказала на 1500, 300 рублей у меня получилась скидка. И это здорово. Заказала скотч, девчонки, обычный. О, кстати, тоже Ветта. Видимо, в Галамарте много представлено продукции именно вот этой вот Ветты. Клейкая лента 15 рублей. Здесь его не сильно много, да, там было подороже и побольше. Здесь... сколько здесь метров? 10 метров. 10 метров скотч, обычный такой скотч, потому что он все равно нет-нет, а вот где-то там в хозяйстве или когда уроки делаем, что-то делать там, или в поделках пригодится. Так, дальше взяла набор косметических спонжей. Девчонки, аналогичные беру в фикс прайсе. 3 штуки, по-моему, за 55 рублей. Это что? Юнилук. Юнилук. Да, там косметика в Гламарте представлена именно марки Юнилук. Спонжи для умывания 49 рублей. Это получается, да, тоже подешевле, чем в фиксе. Они причем трех разных цветов, такой добротной упаковочки. В ней удобнее хранить, конечно, чем та упаковка, которая с фикс. Один вытащишь, и уже остальные выскакивают. Здесь все нормально. Да, суть, в принципе, та же самая. Такие вот спонжики, которыми хорошо можно смывать масочки, смывать какие-то косметические продукты со своего лица. Пахнет, правда, не очень. Но я думаю, сейчас выветрится, потому что упаковка герметичная. Это целлюлозные спонжи. Да, целлюлозные. Вот такие вот красавчики. Так, дальше. Вот что-то большое под руку попалось. Первый раз беру, 100 раз везде видела, но первый раз беру, девчонки, кристалл. Кристаллы лучистые для лучистые кристаллы для выращивания кристаллов. Великолепные кристаллы всего за 2 дня. Белый лучистый. Тоже нельзя было выбрать цвет, к сожалению, но ладно, это все ерунда. Такие кристаллы у нас в детских магазинах, допустим, дочки, сыночки и так далее, стоят не очень бюджетно, хотя, казалось бы, что тут такого, да? В Галамарте сейчас скажу. Так, ну где же вы, кристаллы? Нету. Кристаллы пришли в подарок. Вот они, 74 рубля. У нас вот в детских магазинах за 200 точно стоит. 74 рубля. Будем с тобой выращивать кристалл магический. Я уже сделала духи, кстати. И что ты туда налила? Секрет. Это рецепт секрета. Что-то розовое. Понюхать можно на кристалл? Нет, понюхать нельзя, тут ты сразу угадаешь. Ну, я один разочек. Это брызгалка для волос. Кошка малина. Да, она пахнет, кстати, вкусно. Вкусно пахнет. А ты ее с водой, что ли, развела? Да, получились духи. Ладно, хорошо. Можно волосики себе, на одежду можно пшить. Да. Девчонки, взяла насадку для швабры. Губка тоже Ветта, кстати. Серенькая на этот раз. Обычно они всегда синие бывают, либо желтые. Для швабры из пениного ПВА. Я в прошлом обзоре заказа вам показывала швабру. Я взяла в Галамарте. И она мне настолько удачная попалась, что я не хочу ее менять. И поэтому взяла насадку. Потому что вот те швабры, которые я показывала, да, вот с вот этой вот насадкой, я их обожаю. Они прекрасно моют пол. До каждой соринки, пылинки все вычищают. Ламинат идеально. То есть вот сколько швабр я в жизни не перепробовала, я все равно останавливаюсь на этих, просто периодически их меняю. Потому что они, в принципе, недорогие, 200, 300, 400 рублей. И то, нет, они есть и дороже, но смысла нет. Вот возьмешь подороже, она будет плохо отжимать. То есть там на швабре есть отжим, и он не до конца замыкается на этой губке, и получается много воды. Вот у меня до этого была такая швабра, приходилось поджимать еще рукой. Ну а зачем мне это нужно, когда я такую швабру покупаю, как раз чтобы у меня бесконтактная была мойка, да? Руки мои с водой не контактировали. И вот в Галамарте... Меньше 200 рублей она стоила. Попалась такая классная. Так здорово отжимает как раз вот так, как надо. И вот я взяла для нее сменную насадочку. Сейчас мы открутим шурупчиками ту старую, потому что она уже подозносилась, и прикрутим вот эту новую. Эти насадки, девчонки, по типу как необыкновенное чудо-губка синяя из Faberlic, да, которая тоже застывает в камень в сухом виде. А когда мы ее разворачиваем, она идеально убирает нам шерсть с ковров. Ну так вот, губка у меня это, в принципе, сейчас лежит без дела, потому что я просекла, что, в принципе, швабры, которыми я мою полы, обладают тем же самым эффектом. У меня в доме всего лишь один маленький коврик, но на нем всегда скапливается шерсть от животных. И я, когда мою полы, я по коврику, хорошо отжав губку, тоже прохожу швабры. И все волосики оттуда идеально удаляются. Так что вот эту швабру, за что я люблю, девчонки. Вот смотрите, сколько много я вам про нее наговорила. Так, сколько у нас стоит насадка? Насадка. Ищем. Надо было подчеркивать карандашом. Надо было, не говори.
Тут вот уже отмечали на складе галочкой, не на складе, в магазине, что собирали, да? Так. По галочкам. Блин, девчонки, ну это капец. 89 рублей. Мне кажется, эти цены, девчонки, они уже с пересчетом скидки, но все равно даже если так выходит там на несколько рублей дороже. Не намного, да? С вот этой 300 рублей скидки. Ой, еще одна губка. Я, кажется, 3 штуки взяла меланиновых. Так, взяла ватные диски. Люр, да, по-моему? Марка Люр. Прошитые, не прошитые. Сейчас посмотрим. 120 штук. Да, они прошитые, слушайте, девчонки. Да, вот вижу тут шов. Пока вскрывать... Не, бликует, вам не видно. Прошитые. Пока вскрывать не буду, потому что мне из метра пришли ватные диски. Я их уже переложила в свою баночку. Так, ватные диски. 31 рубль. Все счастье. Еще и прошитые. Галамарт радует меня гораздо больше, чем фикс прайс, скажу вам честно. Ручки. Набор ручек. На них прям были супер классные отзывы, потому что ручки постоянно теряются у нас в школе, да, или ломаются почему-то каким-то образом чудесным. Поэтому ручки никогда не бывают лишними. Целый набор ручек у нас стоил 10, думаешь, да? Угу. Да, 10 точно. 39 рублей. Их 10 штук там. Вот, супер. 10 штук. На, тебе прям на века. Я надеюсь. Еще у меня где-то была ручка. Ой, еще губки, девчонки, еще губки такие же вето, как показывала в начале, что-то я губками прям затарилась, да? Только миллион других. Миллион купила. Миллион, не говори даже, только других цветов. А поверни наоборот-то. Кирпичики, вот так хочешь? Наоборот. Наоборот тоже. Так, дальше слайм. Раз ты уже услышала, да, что я тебе купила слайм. Большой. Вот так он выглядит, такая банка. Тоже цвет не представлялось выбрать возможным. Смотри, он розовый. Здесь у нас что, блестяшки на дне какие-то, да? Сюда. Подожди, ребенок, звездочки. Здесь звездочки. Они его еще запаковали. Это хорошо, чтобы, не дай бог, он, если что, не пролился. Да. Так, слайм с ароматом. 68 рублей. У нас даже на оптовке... мелкооптовый склад. Сейчас я тебе отдам. Дай лучше ножнички, чтобы вскрыть. Потому что прям добротно запаковали. Мелкооптовый склад, да, где так вот канцелярию можно дешево подкупиться и так далее. Даже там вот такие вот бутыли стоят рублей 80. А в Галамарте вот так. Он еще у нас и с ароматом. Давайте занюхнем, и я отдам. Я не пойму. Это обычный слайм, он никак не пахнет. Он обычно просто пахнет. Может, у нас с тобой коронавирус, мы не чувствуем ничего. Нет, чуть-чуть есть какая-то душка, мне кажется, вишенки. Легкая-легкая такая, еле заметная. Противного запаха никакого. Ну, такой классный. На камеру почему-то рыженький, а так он светло-розовый. Держи, пожалуйста, твой огромный слайм. Ой. Взяла, девчонки, еще ковшик. Вот такой вот красивенький. Обновить свой. Я периодически люблю обновлять посуду. Запакованный, кстати, пришел. Все отлично, все нормально. Что у нас это за марка? Какая-то EQ, ЭКО, да? Вот так выглядит. Ковш со стеклянной крышкой. Он еще и с крышкой. Мне крышка, в принципе, не нужна, но он был вот только с крышкой. 1,2 литра. Ковшик нам нужен для того, чтобы подогревать еду с утра. У меня муж всегда в термосе на работу с собой берет суп. Тебе он уже заинтересовался игрой. Заинтересуйся игрой. Он такой большой. Берет с собой всегда суп. И вот как раз он подогревает его в ковшике и потом переливает в термос. Красивый ковшик. Слушайте. Прям такой. Мне понравилось. Посмотрим, как он... Подожди ты со своим слаймом. Посмотрим, как он будет служить. Вот такой вот он. Не эмалированный получается, да? А как? Как называется у нас металл? Сейчас я вам зачитаю и цену тоже расскажу. Это самая дорогая покупка в чеке. Ковш с крышкой джерси 1,2 литра. Не пишут. 241 рубль. Цена замечательная. Нержавеющая сталь. Термоаккумулирующее капсулированное дно. Перед использованием помыть неабразивным средством для мытья посуды. Он очень легкий. Это замечательно. Видно, что дно такое толстенькое. Да, вот оно. А сам ковшик такой легенький-легенький. Классно. Все, надо старое выбрасывать. И вот крышечка обычная, классическая. Крышечка, вот такой вот ковшик, как раз подогреть на термос супа. Дальше поехали. Взяла свои любимые целлюлозные салфетки. У меня все целлюлозное. Спонжи целлюлозные, салфетки целлюлозные. Они тоже есть и фикси, и в пятерочке много где продаются. В основном у них такая цена рублей 55 по скидкам. Сейчас посмотрим, сколько они стоили у нас здесь. Так. Найди опять, попробуй.
Набор салфеток. Вот 33 рубля. Ну, как всегда, дешевле всего, да? По 33 рубля они не продаются нигде. Они у нас целлюлозные тоже. И на воздухе открытом застывают, а при размачивании становятся мягкими. Здесь три салфетки разных цветов. Я всегда такими убираюсь на кухне. И в зале тоже пыль могу протирать, потому что это мега удобно. Они тоже удаляют грязь до каждой пылинки, до каждой соринки. Вот они мне больше всего нравятся. Я терпеть не могу из микрофибры салфетки на кухне, потому что они так не убирают, как вот эти. Если вы еще не пробовали, девчонки, я вам искренне советую. Перепробовав тоже множество всего, только... Ой, сколько тут тканевых масок у нас, потому что какой-то маленький ребенок подсел на тканевые маски у меня в доме. Да. И вот такая ручка еще. Она, мне кажется, 2 рубля она стоила, девчонки. Ей-богу. Губки по 10. Да, 2 рубля. Ручка шариковая 0,7. Вот как для школы тоже 2 рубля. Так, дальше. Я взяла себе, девчонки, скраб-маску от Чистой Линии. Но мне кажется, я брала классическую на сайте. Ладно, попробуем эту. С первого применения чистая кожа. Я очень любила раньше скраб от Чистой Линии с абрикосовой косточкой. Прям обожала. Тут увидела на сайте и решила взять вот этот, наверное. Масло ши, цинк и глина. Устраняет черные точки, матирует, улучшает цвет лица. С абрикосовыми он косточками тоже интересно. На очищенную кожу на 3-5 минут смойте. Ну, если он скраб с какими-то косточками, то хоть написали бы. Нарисован орех какой-то. Девчонки, кто знает, с какими он косточками. Ну, в общем, с косточками. Я люблю такие агрессивные скрабы, мне нравится. Он не запечатанный, тут ни граммулечки. Вот такая вот белая консистенция, косточек никаких не видно. А когда начинаешь водить по руке, ощущаешь эти мелкие частички. Вот, девчонки, такой белый. На камерах будет не видно. Они беленькие частички. И достаточно угловатый, агрессивный. Ну, я говорю, все как я люблю. Все прекрасно, Чистая Линия не разочаровывает. Дальше взяла лазерную указку и батарейки. К ней, надеюсь, подходят. Вроде посмотрела, должны подходить. Чингисхан и батарейки Форза. Такие батарейки представлены в Галамарте тоже. Так, лазерная указка 54 рубля. А батареечки... А где же наши батареечки? Батарейки 33 рубля. А это у нас, я смотрела, D3 что-то, или D3 как-то вот, которые должны к этой указке подходить. Ну, смотрите, здесь в указке в комплекте тоже есть батарейки. Вот из раздела дешево и сердито. Зачем нам лазерная указка? Зачем нам лазерная указка? Для кота. Конечно, для кота. Потому что это необыкновенно весело, когда ты водишь лазерной указкой по полу и по стене, и кот прыгает, переворачивается и вытворяет разные чудеса, да? Да. Да. А так как у нас они постоянно теряются, у нас их обычно много, этих лазерных указок дома, и ломаются, да, то вот для развлечения взяли именно... лазерную указку. Она малюсенькая. У нас до этого были больше, но лишь бы хорошо светило. Сейчас я вставлю батарейки. А я такие батарейки, интересно, купила. Да, такие же, как в комплекте. Вот, надо нам теперь, Качан, эти батарейки не потерять. Да, то вдруг. И будет все чики-пуки. Да. И вставляю я их тоже. Я не знаю, как они вставляются. Сейчас вставлю вот так, попробую. Ну-ка. Я хочу попробовать сам. Ты сейчас попробуешь. Дай сначала разобраться, как вставляются батарейки. И все запробуем. О, горит. Видите? Вот. Мишень. Горит ярко, прям глаз режет. А вторая кнопка? Ой, а вторая фонарик просто. Это с фонарем. Просто фонарик, а это указочка. Горит ярко, батареек в запас купили. Зови кота. Будет развлекалово. Так, и последнее, по-моему, что покажу. Вот, да, взяла вот такие вот тканевые маски, абсолютно разные. А, что-то понравилось в последнее время. Подожди. Последнее время нравится. Нравится. И дочери сделала, вы знаете, вот которую из Fix Price показывала вам маску Сэндо в коробочке, как плавленый сырок, да? Там 4 штуки. И мы с ней тут вечером решили сделать. Сделали. Она попросила, я этим как бы не злоупотребляю. Крайне редко, раз в полгода она попросит, я ей сделаю масочку. А у нее сейчас сильно шелушится лицо, вот щечки и вот тут вот возле носика от морозов, сейчас было -20, -25, краснеет и шелушится, прям как аллергия на эту зиму, которую я тоже терпеть не могу.
И вроде кремчиками всем им мажешь, ситуация лучше, но полностью вообще весь этот процесс сняла маска с Эндо, вот эта вот увлажняющая. Она в ней полежала, мы ее сняли, я балдела. У нее все шелушения прошли, вся краснота прошла, цвет лица ровный. Ну, короче, я прям была в шоке. Поэтому взяли вот такой запас. Значит, первое, что-то корейское. Будем с вами во влогах их делать. Маска-ткань. Представляете, маска-ткань. Для лица премиум. Они все порядка 30-40 рублей. Так. О, нет, 49 и 39. Юнилук дешевле всего 39, остальные по 49. Так, вот такая вот. Это Корея. Там и сзади все по-корейски, просто вот наклеечка наклеена. 49 рублей. Кто пробовал такие маски, пишите, девчонки. Глубокое увлажнение. Смотрите, какая интересная. Что это за марка? Тоже Корея. Водное натяжение, эффект лифтинга, обновление клеток, масло зародышей пшеницы и гиалуронка. Маска-ткань для лица путешествия на обратной стороне написано. Так, производитель. И где ты? Вообще не вижу производителя, но все сзади написано по-корейски. Состав. А, изготовитель. Китай. Китай, закос под Корею. Первая маска, наверное, тоже Китай. Конечно, конечно. И первая маска тоже Китай. Импортер Москва. Так, и тоже вот наподобие. Это у нас экстракт огурца и экстракт гамомелиса. Увлажняет, сужает поры, тонизирует. С огуречиком. Так, Китай, конечно, тоже. Маска-ткань для лица, растительный экстракт. Вот такая вот зелененькая. И Юнилук. В Юнилук бывают, кстати, прикольные продукты, прикольный косметоз, очень даже достойный за копейки, который, ну, по крайней мере, стоит наравне по качеству со средним ценовым сегментом однозначно. С витамином Е. Антивозрастная и подтягивающая с витаминчиком Е. А Юнилук у нас, по-моему, это что-то наше. Это Екатеринбург, девчонки. Свердловская область, город Екатеринбург. Во. Импортер. А и в Беларуси тоже есть Юнилук. В общем, вот такая масочка. Попробуем, запробуем, все. Иногда сейчас зимой вообще лень какая-то просто выпадает. Я люблю с фигурками. А, с фигурками, но с фигурками не было в Галамарте. Так что это ничего. У меня сейчас слайм не закрывается. Так много слайма. Не влезает, да, вот, смешался. Весь с вот этими вот звездочками, сердечками. И не влезает. Давай закроем. Давай. Ну вот и все, вроде все, девчонки, показала. Много чего интересного купила. И все это на 1200. Я, в принципе, довольна. И посуду, и для швабры губок набрала себе. Тут кот развлекается. И коту развлечение. Ребенку сейчас кристалл будем выращивать. Мне даже интересно же. Конечно, интересно. Не самой-то как интересно. С ума можно сойти. Сидит. Да, слайм у тебя, котен, уже не закрывается. Он немножко, может быть, воздуха попал. Давай кусочек отщипнем. Держи. Куда мне его делать? Держи, давай я уже с девчонками попрощаюсь. Окей. Вот и все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте пальчик вверх, поддержите нас лайком. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я всех люблю, целую. Всем пока-пока. Обязательно.